Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Перро, французский художник, представитель сюрреализма. Я цитирую Википедию, не очень много данных, ну, все то, что есть. Родился 10 апреля в Нанте. Сын секретаря, старший из 4 детей в семье. Непродолжительное время работал помощником архитектора в родном городе Руа. Увлекался восточными языками. Приехал в Париж в 1904 году. Здесь учился в Академии Жулиана и Высшей школе изящных искусств. Поступил в школу восточных языков, где изучал японский и современный греческий. В 1906 году начал демонстрировать свои работы на выставках. Сначала в салоне Национального общества изящных искусств, а затем с 1907 года в салоне независимых. В 1910 году познакомился с представителями парижского авангарда. Эта встреча значительно повлияла на его судьбу. Среди его друзей был Аполлинер и Макс Жако. В начале своего творческого пути Руа находился под влиянием фавизма. Приблизительно к 20-му году присоединился к сюрреалистам. В 1925 году он принял участие в первой выставке сюрреалистов вместе с Жоржем де Кирко, Максом Эрнстом и Пабло Пикассо. В 1926 провел свою первую персональную выставку. К 1928 году складывается индивидуальный художественный стиль. Совершает поездку по США, на Гавайские острова. Пьер Руа считается отцом-основателем магического реализма или суперреализма. Творчество Руа было весьма популярно в Америке, где он провел многочисленные выставки своих работ. Ряд графических работ Руа украшали титульные листы известных американских журналов по искусству и журналов моды. Умер 26 сентября 1950 года в возрасте 70 лет. Ну вот все то, что мне удалось просто посмотреть в интернете, найти о французском художнике, представителе сюрреализма Пьере Руа. Пока-пока, до свидания, смотрим картины.